Ну что, вы готовы к очередному лучшему реплею? И, если честно, когда мне этот реплей прислали, я сразу подумал, что, о, ну понятно, ночная плетерница, сейчас будет все долго, нудно, он где-нибудь на деривации будет стоять, настреливать мяско издалека, учитывая то, что здесь деривация при стрельбе толком не теряет незаметности, это несложно делать, но нет, все оказалось гораздо интереснее. Реплей этот прислал игрок под ником Якоб38. Ну и давайте смотреть, как это все дело будет происходить. Деривация. Это, в принципе, все еще, хоть и может раздать очень жестко, но все еще ББМ-ка. Поэтому просто по центру в начале боя берет, проезжает, спасибо этому гениальному режиму, терминатор, который находится буквально в нескольких десятках метров от него, просто-напросто его не видит. Ну и... В начало боя, в принципе, 80% незаметности. Почему бы не воспользоваться этой незаметностью замечательной, да? Высвечивает сразу уже нескольких противников. Тут высвечивает и Абрамса, который тщетно пытается откинуть дымы. Сразу же ловит 1000 в лицо. Еще немножечко. И как будет дальше происходить? Тут самое интересное, как это все реализовывать. То есть кататься на деривации... И просто светить, блин, у меня бы не хватило терпения, если честно. Потому что ты знаешь, что ты можешь буквально за несколько секунд выпилить какого-то противника. Но у него есть меточка, да, судя по всему, он поставил на меточку термика. И в теории, если рядом никого не будет, то можно от термика отдымиться. И пока он под меткой, спокойненько его распилить. Но нет, тут залетает буквально в упоре. Гриффин 50 мм, хорошо, что он этого не сделал, и он его не высвечивает. Понимаете, другая ББМ-ка просто проехала рядом, и все равно его не высветила. Ну а, к сожалению, да, несмотря, бедный Абрам забрался в самую жопень, и то продолжает светиться, у него уже осталось 1000 хп, он, скорее всего, просто не понимает, что происходит. Еще и метку ловит, отправляется в ангар. Вот у него сейчас точно сгорел от этого режима, я думаю. А тем временем... Союзники-то как бы, несмотря на эти шикарнейшие подсветы, потихонечку тоже там подслились. Хотя, казалось бы, да, он сделал все красиво, но у противников тоже есть красавчики на двух деривациях. Они там просто прорвали противоположный фланг и сейчас будет доедать оставшихся союзников. Поэтому как бы сидеть на расслабоне здесь не получится и аккуратненько светить. Здесь нужно будет предпринимать какие-то меры, иначе... Союзников, пока ты будешь классно вроде бы проезжать, ты все красиво сделал, проехал по центру просто к ним на респ и все такое, но 6-10. Ну вы понимаете, да, к чему идет эта каточка. Это 6-10. А теперь уже с дистанции можно спокойненько позажимать по Гриффину. Первый, что называется, пошел, и тут уже полилась и домашка. Я не знаю, чего, если честно, на том фланге союзники ждут, там на Меркаве, на Челике, Фальконе. Просто нужно быстро дожимать всех, кто там есть на том фланге и разворачиваться, блин, уже к другим противникам, которые заезжают сзади. Здесь, в принципе, сейчас нужно будет очень все быстро делать, несмотря на то, что это нудная плетерница, еще и ночная. Здесь сейчас нужно все делать очень шустро, иначе это стопроцентный слив просто-напросто. Там, кстати говоря, еще и живой союзник остался. Я думал, там уже никого не осталось. Но нет, там еще союзник, вот, Бурлак жил немножечко. И он позволил там, скорее всего, немного по противникам пострелять. Но тут сразу идет минус 2 союзника. Это уже счет 4-8. А здесь все еще неизвестно, где термик и М1128 страйкеры. Куда они делись, еще непонятно. Союзники вот только сейчас решаются поехать. Страйкер либо здесь, либо переехал. Уже нет, вот он, страйкер стоит. Ну, как бы, изи, домашка. Нужно было это сделать, естественно, гораздо раньше. Но, в целом, вроде бы, пока еще не поздно. Но страйкера получается уехать. Сзади еще и термик начинает союзников разваливать. Нужно помогать убивать термика. Очень странные эти снаряды. То летят куда надо, то запаздывают. Все еще у меня вопросы к этим зеленым снарядам, которые... Вроде бы как типа с небольшим доведением, да, но, в общем, очень странно иногда себя ведут. Вроде бы они до цели сами доводятся, но иногда они просто работают как обычные снаряды и не попадают. Нужно брать упреждения, а иногда берешь упреждения, а они летят не туда. В общем, очень странные. Но, тем не менее, 5700 домашки есть. Ну и вот про что я и говорил. Благо здесь успели быстренько всех отстрелять, и здесь он все-таки добивает минометчика, которого никак не мог забрать.
и успели развернуться, но вопрос в чем? С кем успели развернуться? Тут буквально два шотных ОБТ, благо, правда, взводных, но это и все, что осталось. Счет 3-7. Как бы шансы постепенно на то, чтобы этот бой выровняется и идет к победке, уменьшается и уменьшается. Потому что у них все еще есть две деривации, куча техники, в принципе, разной. И Т-шки, и ОБТ есть, в том числе и с дамажкой, с ХП-шкой. Почти фулловый Сафели Аль-Хусейн. Что с ним делать, непонятно. Тут по центру, кстати говоря, уже как-то явно к нему кто-то едет, и он... Ожидает ли он этого? Сейчас явно с левой стороны кто-то появится. Да, вот она появляется, как раз деривация, деривация. И да, тут появляются просто абсолютно все. Деривацию первую забирают сзади, кто-то есть. Уже и с другой стороны его тоже проехал спрут. Как это происходит? Как он их всех так неожиданно пропустил? Они просто как саранча со всех сторон заезжают одновременно. Но у него получается в это время... Гриффина забрать абсолютно безнаказанно, спускается в низиночку, из этой низинки казнит просто фулового спрута. Здесь же еще залетает страйкер, не знаю, на что он рассчитывает. Союзников в это время уже, естественно, сдули, счет 1-4. Пытается страйкер залететь, ничего не получается. Тут же и летит деривация, как-то очень странно он аннигилирует деривацию. Она просто замерла при виде всего происходящего, либо он сломал ей какой-то, не знаю... привод башни, или не знаю, что он ей сломал. Но тем не менее, внезапно оказывается, что всех перебили, и остается только слепой Аль-Хусейн и термик. А у него он практически невредимый из этого выходит. Как это произошло, я просто не понимаю. Одновременно со всех сторон врывается куча танков, и при этом он не то что выживает, он практически не получает урона. Здесь нужно добить термика, ну и вот про что я говорил, по-дурацки начинают лететь снаряды, здесь бы включить, скорее всего, бы фугасы, но, в принципе, получается, да, термик в лоб на него едет, получается быстренько забрать его, Аль-Хусейн там издалека пытался стрелять кумулятивами, но дает буквально 80 урона, и он остается, хоть и против фулового Аль-Хусейна, но один на один на ночной плетернице. И тут вы уже понимаете, да, что шансы к победе сильно вырастают. Ну, я не знаю, что Аль-Хусейну нужно сделать на самом деле, чтобы его одолеть. По сути, имея 1600 хп, на Аль-Хусейна можно просто заезжать сейчас в упор, крутить его и пинать. Но он все делает издалека пока, аккуратненько. Здесь поторопился с выстрелами, явно поторопился. Он просто палит свою позицию и при этом не наносит особо большого урона. Здесь нужно было... пропустить его, и вот здесь просто нужно наверняка, можно даже не врываясь, но если сыграть наверняка, то просто катаешься, светишь его, занимаешь максимально удобную для себя позицию, желательно так, чтобы он в итоге к тебе ехал спиной, и просто зажимаешь, вот тогда да. Ну а потом останется там добить какие-то крохи, и Офелия, в принципе, учитывая, какая здесь есть молотилка, там и Офелия не особо-то поможет, продлит жизнь на пару секунд, буквально не более того. Ну и теперь давайте смотреть, как это будет происходить. Потому что Аль-Хусейн пока притих. На его месте, конечно, тут, ну, без шансов. На ночной плетернице нужно забиться просто в какую-то жопу, чтобы тебя могли убивать только исключительно вблизи, спереди. Ну, Аль-Хусейн делает попытку найти его. И вот он как раз, да, вот сейчас получается идеально. Аль-Хусейн спиной в это время к нему остается и срабатывает Офелия. Остается буквально там теперь уже один хп. Можно включать фугасы, в принципе, и добивать последнего противника. Что творит деривация на ночных картах, конечно, я вообще офигею. Но тут как бы не то, что деривация, тут и игрок сделал все просто максимально четенько. И вот он, да, последний хп забирает и вытаскивает эту катку с более чем 15 тысячами урона и 8 фрагами. Это была самая бодрая плетерница, которую я только видел.